культурной Самаре события. Вышла книга доктора философских наук Сергея Александровича Лишаева «Философия возраста». Мы поговорим о том, что это за книга, как над ней происходила работа, а самое главное, какие ответы вы сможете найти в этой книге для себя. Смотрите нас на телеканале «Самара ГИС» в понедельник в 19:30 вечера. Храни Господь!